Всем привет, а я сейчас приехал смотреть поселок, который находится в пешей доступности от пляжа Чунгмун. До Чунгмуна тут 10 минут ходьбы. Поселок состоит из односпальных домов и двухспальных. Ну, правда, двухспальный он один позади меня, а односпальных здесь побольше. Итак, стоимость односпальных здесь начинается от $850 в месяц, двухспальный стоит от $1000 в месяц, в зависимости от сезона. Район очень хороший, рядом пляж, 10 минут ходьбы, причем это Чунгмун, это такой детский пляж, как я его называю. Да и Чунгмун хорошо развитый пляж, то есть здесь и кафе, и рестораны, все это в пешей доступности. До рынка здесь, правда, надо будет ехать где-то минут, ну, минуты 3, наверное, не больше. До Чивенга тут рукой подать, 5 минут езды, и вы на Чивенге. До крупных торговых центров Big C, Tesco, Makro. Максимум 10 минут езды. Итак, по самому поселку, то есть бассейн, тут с относительно такой детской зоны, не огражденной, но мелкой зоной, и вокруг бассейна стоят домики, один двухспальный и все остальные односпальные, и есть такая зеленая площадка. Так это выглядит. Пойдемте смотреть дома. Так, я сейчас смотрю дом с одной спальни. Единственное, он сейчас в процессе реновации. Сейчас у нас ноябрь, низкий сезон, и многие владельцы делают реновацию. Тут кондиционер заменили, там в ванной комнате ремонтные работы ведутся. Итак, давайте смотреть. То есть односпальные дома, они все однотипные. Гостиная с таким диваном, журнальный столик. Есть обеденный стол, вот такой на две персоны. Его можно как поставить на улицу, так и, в принципе, оставить здесь. Спальня. В спальне большая двухспальная кровать, кондиционер. Как это все выглядит. И вот такая вот кухня. Ну, вот еще раз, дом не готов был к просмотру. Здесь вон ремонтные работы ведутся, поэтому немножко так грязно. Но представление о доме у вас сложится. Заменяют сантехнику. Ванная комната с душем. Ну, для $850 в месяц, учитывая, что здесь еще пешая доступность до пляжа хорошего, цена за дом очень даже хорошая. И вот такой вот балкон. Балкон есть у каждого домика. Смотрю дом с двумя спальнями. Он похож на односпальный. Единственное, что он чуть-чуть побольше. Другая планировка. И давайте посмотрим. То есть здесь также кухня. Кухня, обеденная зона, она прямо сразу вот в одной локации находится. Но здесь так, обеденный стол. Обеденный стол на балконе. Но я выйду попозже. Итак, первая спальня с кондиционером и большой двухспальной кроватью. Вторая спальня. Здесь все так же. Ну и дом тоже, он как бы на реновации сейчас доделают, поэтому немножко не прибран. Не обращайте на это внимания. Даже свет не работает. И тоже он все меняет сантехнику, подкрашивает, в общем, готовится к высокому сезону. Ну и здесь обеденный стол на 4 персоны стоит на балконе. И вот так выглядит территория. Ну вот еще один односпальный дом посмотрю, покажу вернее, что они абсолютно все одинаковые, планировка тоже одинаковая. То есть гостиная, спальня. Ой, тут совсем темно. Давайте откроем, чтобы посветлее было. Спальня с большой двухспальной кроватью. Также отдельно кухня. И ванная комната с душем. Все одинаково абсолютно. То есть все дома абсолютно одинаковы, кроме двухспального. И по мебели, по фурнитуре все один в один. Все закупалось в одном магазине. Единоразово. Ну вот так выглядит поселок. Еще раз повторюсь, что поселок
в пешей доступности от пляжа Чунмун 10 минут ходьбы, стоимость от 850 долларов в месяц в зависимости от сезона. И напоминаю, что цены мои ниже, чем на booking сайтах и Airbnb, потому что я работаю непосредственно с владельцами. Поэтому обращайтесь, буду рад помочь вам с бронированием.